как ощущение у вас было? Поделитесь сначала ощущениями, как ну, ощущение, я чувствую свежесть. Mm-hmm. Вот свежесть с этой стороны лица и, наверное, вот тут чуть-чуть бабки не стало бы тело. Скажите, может быть, потому что просто вот коснулась века и уже стало вот так вот. Пока вот слышите, мы сейчас коснулись. Сейчас посмотрим, вам сейчас покажем. Ощущение, было, ощущение появилось, у вас как открылся. Вот он у вас не только ощущение, у вас и внешнее появилось. Видите? Глазки разные. Глазки разные. Века верхняя. Верхняя века. Приподняла. Вот, поэтому я и говорю, вторую половину мы не тем один. Вы можете еще Лиза, пройти к большому зеркалу издалека, на тебя можно сейчас посмотреть по-новому еще. Ирина, пойдем. Давайте поделитесь ощущениями сначала своими. Ощущениями, но да. После нанесения маски крема я почувствовала тепло интенсивное. Угу. В области нанесения. Mm-hmm. И вот когда наносили, у меня почему-то мурашки по кругочек подбегали по лицу. Mm-hmm. То есть работа шла уже где-то, yeah. Да? Ну вот посмотрите на свет уже, видно разницу. Особенно ситуация под глазами вот сильно видна. Mm-hmm. Видите разницу? Я отсюда вот даже сбоку вижу. И вот здесь вот так вот как бы щечка. А да, а здесь как бы уже поровнее. Mm-hmm. Тоже, если любопытно, можете к большому зеркалу зайти, посмотреть, либо уже в канал потом. Так, Анастасия, да? Правильно? Правильно. Давайте подходите. Я, наверное, вообще, если по молоде ровность. Так говорят, ты сколько? 16. Отлично. Начнем. Какие ощущения, во-первых, вы испытывали, когда? Ну, тоже тепло, тоже покалывало. Ну, до сих пор, в общем-то. Да. Вот. Сами, вот я смотрю, что вот дело в том, что Эдельвейс, вот вам Эдельвейс наносили, да? Кто да, работал? Да, Эдельвейс и вокруг глаз. Никаких, нет, ничего не носили. Эдельвейс. Только Эдельвейс. Эдельвейс очень хорошо работает с чувствительной кожей. То есть вот если есть какие-то вот сейчас воспалительные элементы, то Эдельвейс он прекрасно с этим справляется. Это отмечают все люди молодого возраста. Просто изумительно. Так. Поделитесь с нами тоже ощущениями. Зовут вас как? Да. Еще раз. Арита. Арита, да? Вот, имя отлично. Делитесь ощущениями. Ну, я чувствую. Что вы чувствуете? Да. Чувствуете на себя, то есть видно тоже ваше. Видите разницу? То есть вот на парите очень хорошо видно именно глубина носогубной складки. Видите какая? Чем старше лицо, орхидея ярче себя проявляет. Вот здесь вот, вот, вот видите, вот глубина вот она пошла. А здесь фактически сама по себе уже щечка и глубина складки, она гораздо меньше стала. То есть и орхидея, она имеет накопительный эффект. Вот вы с, даже я говорю, даже 3 дня будете на одну орхидею на пол лица носить, вы потом увидите вообще вот такой перенос. Это не рекомендую, но вообще для сахара. Игорь, давайте тоже поделитесь ощущениями.